Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Желаю всем удачи. Подпишитесь на канал Технобар Плюс в YouTube, в Telegram. Желаю приятного просмотра видео. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. И сегодня у нас снова видео на тему игры в моментальную лотерею. На данный момент рассматриваем лотерею «Лимон». Не совсем высокая цена, друзья, и очень солидный приз. Эта лотерея, в принципе, мне понравилась в прошлый раз, когда я играл. Ну, скорее понравилась больше своей эргономичностью и картинкой, и, соответственно же, призом, который основной приз здесь аж 1 000 000 рублей и 60% призовой фонд, друзья, внимание. Минимальный здесь выигрыш 30 рублей, максимальный 1 выигрыш на 1 000 000. Сетка, кому интересно, ставим на паузу, смотрим. Есть 100 рублей, выигрыши 150, 300, 600, 1000, 3000, 10 тысяч и 1 миллион соответственно. А перед тем, как мы начнем, друзья, играть в данную лотерею, я бы порекомендовал вам пройти по ссылочке в описании и посетить магазин цифровых гаджетов Alexon. Это партнер нашего канала. И, собственно, по скидке в описании, по промокоду, вернее, вы получите специальную скидку от канала Технобар Плюс. А также цены в магазине на смартфоны, на планшеты, на ноутбуки, на смарт-часы, да, на все что угодно. Вас очень приятно удивят. Они на 30%, а даже и ниже порой, нежели у официальных ритейлеров. Официальная гарантия от магазина 1 год. Сервис, все тоже в наличии. Друзья, рекомендую. Итак, было куплено 20 билетов по 30 рублей. Как вы можете видеть, 1 000 000 здесь возможно и выиграть. Все-таки я перелопатил кучу информации в интернете. И все-таки есть люди, которые выигрывали в данную лотерею 1 000 000 рублей. Итак, друзья, какой же, собственно, здесь смысл игры? Сотрите защитный слой. С игрового поля, если вы нашли под защитным слоем число, вы выиграли соответствующую сумму в рублях. Посмотрим. Защитный слой, вот он у нас, друзья. Посмотрим, насколько же это все-таки правдивая информация и что можно получить, какой, скажем так, выигрыш можно получить, приобретя 20 билетов. Давайте посмотрим, друзья. Итак, кстати, тут уже какой-то выигрыш. А, нет, все-таки 0 рублей. Выигрыша нет. А почему мне показалось, что тут написано рублей и, собственно, думал, что выигрыш будет? Нет. Кстати, покрытие здесь довольно-таки приятно и быстро вытирается. Как вы можете видеть, довольно-таки все красиво. Лимончик смешной такой вот. Ну, это типа как по типу смайликов сделаны, друзья. Видите, разные тут картинки, разные лимоны. Но сама лотерея очень интересная, приятные цвета. И, собственно, стоимость ее относительно недорогая. Но, конечно же, она не может побить рекорд лотереи «Счастливая семерка», которая стоит 25 рублей. Однозначно. Друзья, кстати, счастливая семерка еще есть и по 50 рублей, но смысл от этого не меняется. Там вроде бы как выигрыш больше, и вот уже первый выигрыш у нас 30 рублей есть. Билетик сам себя окупил. Вы знаете, вот на редкость приятное защитное покрытие, стирается прям очень легко. Один билетик уже есть выигрышный. Я, честно говоря, думал, что будет все гораздо хуже. 30 рублей еще выигрыш, уже 2 билетика выигрышных. Кстати, друзья, взял билеты подряд. Вот именно подряд. Не выбирал сам, а именно сам продавец мне эти билеты прям вот подряд оторвал. А сколько есть, столько есть. И вот он, первый приз наш, друзья, пошел. 100 рублей. Вот оно, вот оно. Вот этот приз мне уже в этой лотерее нравится. Тут 3 билета окупились однозначно. И видите, соточка. Пожалуйста, друзья, как вы и хотели. Уже 160 рублей, друзья. Ну, это круто, я считаю, для начала. Если так дальше все пойдет, то однозначно, я так смотрю, что ну, тут 0 рублей без выигрыша, то стоит однозначно лучше билеты брать подряд. И на той точке, где я, собственно, приобретаю билеты, опять 30-ка, стоит, наверное, все-таки доверять именно конкретно этому распространителю лотереи, поскольку человек, я так понимаю,
имеет счастливую руку. Ну, посмотрим, насколько счастлива она будет. Так, тут нет у нас выигрыша. До конца не буду вытирать. Ну, чтобы вы видели, друзья, все показываю. Вы, кстати, можете по лотереям задавать вопросы. Вот она, соточка вторая. Вот, вот, друзья, это то, о чем я и говорил. Вы можете задавать вопросы по лотерее, какие у кого есть, собственно, либо же делиться своим мнением в комментариях свободно. Вообще, юмор на канале приветствуется, шутки там и так далее, подколки, сарказмы. Это все я обожаю, друзья. 100 рублей. Уже 200 с лишним рублей вернул. Ну, это, я считаю, достойно уважения. Сейчас, если еще будут такие выигрыши, так, тут без выигрыша, это уже будет круто, я считаю, ну, как на мой взгляд. Так, тут нет выигрыша. Также, а может быть, это и все были выигрыши, друзья, как вы считаете? Напишите в комментариях. Кто-то выигрывал вот именно вот по 100 рублей в данную лотерею, тоже без выигрыша. А что-то мне подсказывает, что это, наверное, все были. Нет, 30 рублей еще есть. Еще 30 рублей есть. Это уже неплохо. Вот видите, 30-ка. Красные билеты, в основном, я так смотрю, выигрышные у нас идут. А вот эти голубенькие, это скорее без выигрыша. Еще 100 рублей, друзья. Ну, это уже мне нравится. Еще соточка. Как видите, друзья. Вот она, третья сотка за игру. Это вообще на самом деле круто, я считаю. Ну, будем доверять, значит, этому продавцу. Будем доверять. Все, теперь только вот таким образом. Не буду сам выбирать. Вот таким образом тут ноль. Но уже 3 сотни попалось, друзья. 3. Я так думаю, что может сейчас еще и окупится, собственно, наша эта покупка вся. Вот, конечно же, это... не 600 рублей, но посмотрим, может быть и окупится 30-ка опять. Но 100 рублей, 3 раза по 100, я считаю, это довольно-таки сильный улов конкретно в эту лотерею. Вот, ну, вот тут тоже 30-ка, то есть 30-ки есть, они нас не оставляют. Вот, как видите, опять 30-ка. Но сегодня прям у меня какой-то в этом плане счастливый день. Не побоюсь этого слова, хоть тут и ноль. Остались 2 последних билета, друзья. Конечно же, скорее всего, эта сумма не отобьется, но тем не менее, друзья, вот смотрите. Напишите в комментариях, как вы думаете, будет тут еще сотня среди этих 2 билетиков? Я думаю, что вряд ли, наверное, будет. Ну, не может, блин, так вести. 3 сотни к ряду и еще тут вот еще по сотне. Хотя все может быть. Но 30-ка есть, друзья. 30-ка есть уже... уже, как говорится, душу греет эта 30-рублевая выигрышная купюра, хотел сказать. Нет, и вот еще 30-ка. Но по 30 рублей это хорошо. И я хочу сказать, что очень приятно играть в такую лотерею. Очень приятно. Давайте посчитаем, сколько у нас без выигрыша. 1, 2, 3, 4, 5, 6... без выигрыша. 7, 8, 9 и 10. 10 билетов без выигрыша, 10 с выигрышем. Теперь считаем, сколько же выиграл. Вот смотрим, 30-ка. 30, 60, 90, 120, плюс 100, 220, плюс 30, 250, плюс 100, 350, плюс 30, 380, плюс еще соточка, 480, плюс 30, 510 и, друзья, еще 30, 540 рублей. 540 рублей и 600. Ну, практически вернул, друзья. Что вам хочу сказать? Довольно-таки неплохо. Из новой пачки взял подряд 20 штук. Выдал распространитель. Я считаю, это очень жирный улов. Друзья, напишите обязательно в комментариях, у кого был такой выигрыш. Хотя бы по сотне. Вот несколько раз было такое или нет. Либо, может быть, есть какой, был какой-то побольше выигрыш. Тут 150 есть еще, 300, 600, 1000. Мне будет очень интересно пообщаться с вами в комментариях. Друзья, обязательно подписываемся на канал, кому понравилось видео. Делимся своим мнением в комментариях. Прожимаем лайк, прожимаем колокольчик.
И, друзья, обязательно рекомендую посетить интернет-магазин alexan.ru. Там всегда очень приятные цены, друзья. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.